Ну что, друзья, всем привет! Наконец-то мы с вами сегодня встретились. Теплеет, потихонечку приближается весна, и мы выбрались сегодня на разведку новых мест, где мы можем встретить с вами еще, как видите, за моей спиной еще есть снег, немного остаток снега. В этом году у нас просто очень много снега было зимой. Это было очень необычно для Краснодара, но мы с этим справились. Мы приехали в новые места разведывать фламулину, зимний опенок, так как сейчас потепление, на улице 12 тепла, очень тепленько, ветер теплый. И разведываем на будущее места для сморчковой шапочки. Поэтому давайте пойдем посмотрим, что нас сегодня ожидает. Да, мы знаем, что улов будет не очень-то и богатый, но все равно после долгой затяжной снежной зимы это будет очень приятно и нас очень порадует. И наша первая семечка фламулины бархатисто-ножковой. Такие крошечные, но свежие. Это нам говорит о том, что началось потепление, и фламулинка начала свой рост. А здесь у нас саркосцифа алая. И не одна, как она любит расти, видите, расти она любит семейками. По 3, по 5 штук. Тоже съедобный грибочек. Собираем их в салаты по-корейски. У них сейчас начинается сезон. Извилистая аурикулярия. Корейцы и китайцы едят этот грибочек, но мы его, конечно, не собираем. Он у нас чисто для красоты. А вообще, конечно, его тоже собирают, счищают вот этот вот мохнатый нижний слой и едят. Здесь у нас еще одни новые малыши. Лезут, лезут. Смотрите, какие они. Немножко светленькая. Зимний опенок. Хоть и весна уже, зимний опенок лезет, еще видите. Отличие его в том, что шляпка всегда у него немножко мокроватая, ножка всегда такая бархатная. Классно. Совсем крошечные начинаются. А вот и первые цветочки. Вот и весна. Наконец-то. Постарше, но все же тоже она, простоявшая в сырую погоду, приобрела более темный цвет, но это тоже та же фламулина. Видите, ножка у нее какая, желтоватые пластинки, бархатная коричневая ножка, мокрая скользкая шляпка. Его тоже можно взять, и мы его возьмем. Иногда попадаются, ну, очень крупные экземпляры. Есть мелкие, а есть вот такого плана. Такой размер прям хороший. И даже вот такие. Чистить его очень сложно, поэтому рекомендуют изначально его залить кипяточком. Для того, чтобы очистить вот эту вот нижнюю пленку. На проталинах на мху нас встречают старые фламулинки. Они, конечно, уже подсохли, но их еще можно взять. Можно, конечно, худо-бедно, но грибы. Так, здесь над лужей мы тоже видим на стволе немного присушенных грибочков. Когда успели засохнуть, видимо, солнышко, ну, очень им пригрело вчера и сегодня. И они даже успели засохнуть, вот даже с этой стороны. Если их положить в воду, они разбухнут и снова
будут хорошими. Поэтому можно, в принципе, даже взять. А солнышко как блестит в луже, так тепло, хорошо. И сразу на душе так тепло. Сразу весна, приятно. Скоро весенние грибочки нас ожидают. И здесь немножко Вика нашла со всех сторон. Вот чуть-чуть видно с этой стороны. Во, здесь прям они, смотрите, какие приятные находки. Здесь под корой много прячется. Аккуратно можно отодвинуть и забрать. Фламулина бархатистоножковая и зимняя пята. Хотя к пятам они, конечно, никакого отношения не имеют. Это просто народное название. Проснулась, смотрите, какая лягушатинка. Еще не отошла, по-моему, у нее даже еще смерзлись конечности, но она уже глазки открыла и пытается шевелиться. Видите, какая симпатичная девочка. Привет! Ты радуешься солнышку и сидишь на травке, да? Хорошая. Не будем ее беспокоить. Побежала, оттаяла, испугалась. Божьи коровки пока еще пригреваются и спят. А вот и первая в этом году вешенка. Такая необычная, засохшая попалась. Видите? Сейчас мы ее расковыряем здесь. Вот. Да, вешенка. Она прям рассыпается. Вот она какая большая. Такая прям сочная, можно сказать. Замечательно. Пахнет, запах просто невероятный. Ура, первая вешенка. Замечательно. Мы очень счастливы. Дикая. Дикая намного вкуснее магазина. Палка лежит в воде. Смотрите, как они разбухли. Это извилистая аурикулярия, которая напиталась просто водой. Превратилась в такие вот мощные надувные слизкие грибы. Ну, конечно, корейцы бы, конечно, оценили. Ну, какие упругие. Классные. Еще одна фламулина попалась. Здесь такая уже обглоданная, присохшая. Ножка бархатная. Стоит кустиком. Отделяется очень хорошо на веточке. Видите, как была? Ну, тоже можно взять. Почему нет? Возьмем, конечно. Thank you.
А вот этот грибочек тоже съедобный. Съедобный, но не нужно. Эксидия железистая. Всегда по павшим стволам. Тянется вот такой вот пленочкой. В сухую погоду засыхает, а когда влажно, набухает. По типу предыдущего гриба. Зелистый. Посадки с дикой акацией. Фламулина, конечно, здесь редко попадается, но зато здесь можно искать сморчковую шапочку. Какая симпатичная аурикулярия извилистая. Такая во мху вся вросла. Симпатичный гриб, прям приятно глазу. Единственный гриб, который имеет место быть сейчас, на данный момент, и который мы не встретили, это иудиноушки. Сегодня в основном попадаются саркосцифы, большая часть улова. Фламулинка, видите, да, и одна вешенка. Завершающая семейка на сегодня. Таких вот торопыжек, которые поспешили выскочить и засохнуть. На этой ноте уже будем заканчивать сегодня. На этой прекрасной ноте мы с вами, ребята, заканчиваем. Всем хорошего начала сезона. Ищите грибочки. И да будет нам счастье. Всем пока.